закрываются. Следующая остановка. НИИ автомобильного транспорта. По требованию. Только при наличии пассажира на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Следующая остановка. Улица Ленинская. Следующая остановка. Улица Героев Панфиловых. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время гонки. Ну как раз это звонил ребята. Сейчас сели на шестерку и снимаем его до самого. Потом там тебе позвоню, хорошо? Больше я буду. Буду тебе каждый раз звонить. Улица Героев Панфиловцев, дом 10. Ладно, давай, пока. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Университет имени Менделеева. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или сухих вещей в подвижном состоянии, следующая остановка. Улица Туристская. Пассажирам. Открытие каждой двери для высадки пассажиров производится только по требованию пассажиров. После подачи сигнала по тикету, кнопка звонка. Следующая остановка. Улица Героев Панфиловцев, дом 21. Уважаемые пассажиры, оплачивайте свое проезд. На линии работает контроль. Следующая остановка. Планерная. Пожалуйста, приложите ваш билет
безлимитную или социальную карту в валидаторе. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. А ваш билет – это подтверждение, что поездка застрахована. Следующая остановка — улица Фомичевой. Уважаемые жители столицы, государственная противопожарная служба города Москвы напоминает вам о том, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Следующая остановка — станция метро Сходненская. Не забывайте оплачивать свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд — 1000 рублей. Штраф за неправомерное использование социальных данных — 2500 рублей. Нелидовская улица. Внимание! Трамвай начинает движение. В избежание падения держитесь за поручни.
Следующая остановка – улица Фабрициуса. Уважаемые пассажиры, нам необходимо бережно относиться к подвижному составу. В салоне трамвая ведется видеонаблюдение. Пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора.
также Восточный мост. Следующая остановка. Пожалуйста, приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Ваш билет – это подтверждение, что поездка застрахована. Улица Циолковского, театр танца «Жей». Уважаемые пассажиры, оплачивайте свой проезд. На линии работает контроль. Следующая остановка. Уважаемые пассажиры, открытие каждой двери для высадки пассажиров происходит только по времени.
Да. Остановка. Канал имени Москвы. ГУП Мосгортранс приглашает жителей Московской области старше 21 года, имеющих образование ниже среднего, на работу по профессии водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая, социальный пакет, ежегодный проезд на городском пассажирском транспорте, дети график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону
остановка Покровская Глебова. Не забывайте оплачивать свой проезд. На линии работает контроль. Штраф за безбилетный проезд 1000 рублей. Штраф за неправильное использование пассажира. Следующая остановка Покровская Грешнева. Остановка производится только при наличии пассажира на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Следующая остановка. Улица Академика Курчатова. Газовая бомба. Следующая остановка. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки.
улица. Следующая остановка. Улица Панкова. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми, уступайте места людям с ограниченными возможностями, живым людям. Следующая остановка – гидропроект. Уважаемые пассажиры, открытие каждой двери для высадки пассажиров производится только по требованию пассажиров после подачи сигнала водителя. Да. Смотрите, все наши симпатии.
следующая остановка. Конечная. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко и лично транспорта. Переходите улицу, выходите на скорость автозакона. И держите за руль. Детству нравится. Обезов много татаров было. А что это у него за металлическая штука торчит?